Холодное утро. Соликами кормят. Дездовый олень специально приучают. Оленевод с утра водички попил, да оленей искать ушел. Потом зашел, позавтракал и ловит.
тени. Вот. С двух двигателей один собрали. Сломались, приехали вчера. Один буран у нас кое-как завели. Промерзший. Второй собирают. Уже двигатель ставят. Поршня прикипели. Буран тоже лохматины еще, да, но хотя бы возит. Где он был, подожди, где он был, где он был в пути? Ну, вон он, наоборот, на голову доктор, потом где с голодным газом. Мы около галдика, вот так было. Он устатлыка. Устатла мон. Тетерлик он. Он лабут, но. Не хотите работать. Уже третий раз останавливается. День хороший. Добрались таки. Вон до туда еще доехать надо. Вот это. Ага. До тех камней. Алтару. Так тебе? Трактор был ровно. Ага. Равно маленький ветер. Да-да. Ну да, с той стороны мы до сюда доезжали почти. На, чего я? Забрался таки, да? Забрался. Рунти помчался. Сколько-то проедет по этой стороне, следы проверит. А я остался. Ух, какой хлопчан. В той стороне хороший след. Проезжает это. Ух, тут перекат, наверное, по этим скалам. Ну и как тут проехать?
вот спустился волк с капканом. На мой взгляд, он пошел вот посюда пошел. Вот посюда пошел. Это он. Уж эти налить. Еще одно утро табора. Бураны притащили. Дальше ему ремонтироваться надо. На этом уже далеко не уедешь. Сколько можно эти два двигателя друг на друга перебирать. Вот на той мы сегодня уедем. Опять это Ганна вывел буранов. Но им-то оленей искать надо ехать. Где-то там оленей. Веда запряг. И готовы сейчас чайку попьют и поедут искать. Вчера мы 10 оленей нашли. Их тоже поищут. Вот следы зашли, я с капканом зашел. Отлежался сколько-то. И ушел дальше. До того кривуна не видно его. А там дальше по льду видать вдоль речки. По этому щелью и ушел. Места, как говорится, биологические. Водичка темная, холодная. Провалишься, унесет раз. Так что делать нам тут нечего. Отёжчик. Один из многих. Но тут ребята ленивые есть. Может, бураны дома доведут и попробуют погонять. И 10 у них есть. А у меня уже завтра машина поедет. Уезжать надо. Эту ловушку на радость некоторым я не полез. Ребята разберутся. Вася бы урана только дома довести. Труппопечка. Ну, как местные ребята вынесли вердикт. Хорошая, говорят, штука, функциональная. Летом, говорит, вообще хорошо будет. На моторе, на лодке, а то на эти газовые печки. Газы, баллончиков не напасешься. Сказали, понравилось. Понравилась, ребята, печка. Хорошая штука, говорит. Турбопечь. Пас. Все ж теперь уезжать. Стадо номер 6, а у кабана из хрустых.
когда мы приехали. В среду приехали. Если, ну, и как, если по итогам поездки рассказать. В среду мы приехали. В четверг у нас пропал. В пятницу съездили, поставили несколько капканов и петель. В субботу в другое место. Сломался этот буран у нас. А, у нас он в пятницу сломался. Приехали, его сделали. В субботу тоже в другое место попытались уехать. Не получилось. Опять обратно притащили. В воскресенье поехали. А, чтобы добавить там петли капканы, поехали. Ну, вот где. Улахан-Халтама называется речка. По ней. Уже волк на капкан наступил. Маленько прошлись по следу. Понедельник поехали искать этого волка. И опять этот буран сломался. Ну там, пока до туда доехали, волк уже на это выбрался. На ущелье на это. Вчера съездили, еще маленько добавили. Вчера вторник, а сегодня обратно среда. Сегодня уже уезжать где-то часам двум. Поселок Большой Немныр. За мной должна приехать машина. Ребята остаются, этого отремонтируют. И будут гонять этого волка, который с капканом. И те петли. Ну, 2-3 дня не надо там трогать. Там еще осталось 3 волка. Вот этот стройки 2 остались. Они там рядом крутятся. Рядом с ущельем. Вчера мы поверху проехались. Выход искали, не нашли. Но там она, в этом ущелье она где-то. С капканом, который волк. И вот один с круга нашего вышел и в ту сторону ушел. 10 км сюда, а пока не снесли. Но его, он обратно вернется. А там мы самоловов на них уже достаточное количество оставили. Вот так вот. Итоги поездки. Сейчас пойду, чай попьем, да поедем, соберемся, да поедем. Ну, красиво, конечно. Но? А? А глухарейка высматриваешь. Гор. Каких только там чудес нету, да?